Почтить память героев и вспомнить о трудовых подвигах работников предприятия в годы войны. В НПО «Энергомаш» прошел торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине со Дня Победы. Участники встречи вспомнили, как труженики тыла работали круглые сутки и снабжали фронт всем необходимым. День Победы святой и во многом судьбоносный для всех нас праздник. Непростой ценой далась победа нашим прадедам, дедам. Никто не забыт и ничто не забыто. Это у нас вырезано в памяти, это врезано в нашем сознании. Мы гордимся тем, что мы продолжатели настоящих героев, тех, кто освободил и освобождал мир от фашизма. С праздником заводчан и ветеранов поздравили молодые активисты предприятия. Также от имени главы городского округа Химки участников митинга поздравила депутат Галина Болотова. Это действительно предприятие, которое значительный вклад в нашу победу внесло в годы Великой Отечественной войны. Это там, где ковалась наша победа, где работали труженики тыла. Здесь очень много ветеранов, которые сегодня присутствовали на торжественном митинге. Мы их всех поздравили с Днем Победы, пожелали удачи и, конечно же, мирного неба над головой. Завершился митинг возложением цветов у Стеллы Славы. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.